Строительство девятиэтажного дома в третьем микрорайоне подходит к завершению. Работа кипит в основном на этажах, а вот в подвале дома, на месте которого всего несколько месяцев назад закладывался фундамент, рабочие доделывают монтаж сетей. Начиная от работ с грунтом и заканчивая опорами, теперь они кинематические, фундамент этого дома – настоящая крепость. И эти технологии используются теперь в городском строительстве повсеместно. Это связано с увеличением сейсмической активности в нашем районе. Домам теперь не страшны землетрясения до 7 баллов. Вот эта вот кинематическая опора сферическая, она будет отрываться от основания там, до 3 сантиметров вместе с домом. Значит, этим самым гасятся колебания сейсмические. Значит, и дом опять садится на свое место. Значит, для того, чтобы он не смещался, значит, вот демпфирующие устройства, вот эти вот стальные металлические балки, которые ограничивают, горизонтальные, отходы дома. Строители прозвали эти опоры неваляшками, и для того, чтобы они на 100% выполняли свою функцию, с грунтом проводится колоссальная работа. Сам дом, он, вот на этих фундаментах. А вот стоим за ночами? Это железобетонная плита, вот которая, армируется, и она опирается либо на щебень, либо на сваи, либо на уплотненный, грунт цементно-песчаным раствором. Для каждого нового дома в городе свой индивидуальный фундамент. Какой? Зависит от геологических особенностей. Чтобы выросла эта девятиэтажка, на 3 метра грунт заменялся и уплотнялся щебнем. А вот на Октябрьской 15 другая технология. Так как здесь грунты обводненные, поэтому здесь сваи бы не понесли нагрузку. То есть дом бы пошел, плавал бы. Поэтому вот эта новая технология по нагнетанию закрепляющего раствора, она способна увеличить несущую способность фундаментов. Так что выражение «мой дом, моя крепость» верно для беловских новоселов во всех смыслах. Да и жителей соседних домов не пугают воздвигающиеся новостройки, ведь в отличие от обычного вбивания свай, используемые технологии закладки фундаментов не создают шума и не становятся ежедневной пыткой для соседей.